Давай, моя красавица. Давай. Ой, еще и на два раза закрылась. Пойдем, моя девочка. Пойдем, моя красавица. Выпросила? Опять? Харита, если не ты. Я бы вообще не выходила из дома. Да. Да, моя красоточка любимая. У нас 18 градусов. Мальчик. Тепла. Мои любимые 25, как я уже сказала. Мальчик. Мальчик, маленький. Пойдем, Харита, пойдем, пойдем. 25 мая 2024 года. Теплый. Красота. Люсечка. Гулять. Гулять. Молодец. Ой, все в каких цветочках. Желтеньких. Смотрите, мои какие прекрасные собачки. Собачки. Да нет, не собачки, цветочки собачки. А этот какой стоит. Прям король. Привет! Доброе, божественное утро! Закончилось у меня масло подсолнечное. Давайте купить. Есть немножко оливкового, но на оливковом же нет. Не буду готовить. Хотя в Ливане только на оливковом готовила. Потому что у свекра был свой... Ну как был, сейчас, наверное, есть, только уже не у свекра, а у... Там, не знаю, кого, у его детей. Бестен, это значит сад большой. И там росли оливки и всякая всячина. Вот, и у нас было, всегда стояла огромная канистра с маслом, там, 20-литровая или больше. Вот. Кладовки. И я всегда на нем и жарила, и парила, и вся обливалась им, этим маслом смешивала с лимоном, с лимонным соком. И, блин, как красиво, все желтенькое, и обмазывалась вся, и волосы, и тельце. Вот. Люсь, мы не идем туда. Ни на светлую, ни на какую, ни на большую. Вот это большая улица, вон там написано. Сейчас покажу. Стой, девочка, стой, машины. Хочу показать, что это большая улица. О, видите, какая большая. Когда деревья были молодыми. Ой, это другая песня. Стой! Мы туда не идем. В магазин идем за маслом. Не упирайся, хора. Да не упирайся, в магазин же, говорю, идем. Пошли. Там, в магазин же. Ты думаешь, ты сильнее меня? Пошли! В магазин! Здрасте. Как она рассматривает. Пошли, мое солнышко, пошли, пошли. Сейчас с утреца, пока не с кафе пила на балконе, а Харита загорала, я сидела и смотрела снова этого Вольфа. Как его там зовут? Артем, по-моему. Да. Вот. Я не могу, я всегда когда смотрю, ржу. Потом, правда, так иногда себя ведет в моменте, как будто...